Ущерб более 700 тысяч рублей причинили бюджету Ивановской области главный врач и главный бухгалтер стоматологической поликлиники номер 1. Следственным отделением регионального управления ФСБ в отношении должностных лиц лечебного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, главный врач стоматологии по предварительному сговору с главным бухгалтером фиктивно трудоустроила на должность бухгалтера близкую родственницу последней. Вместе с тем, фактически трудовые функции учреждения этот человек не осуществлял. Ежемесячную заработную плату главный бухгалтер похищала и распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.